Добро пожаловать в компьютеризированный экспериментальный центр при лаборатории исследования природы портала. Мы надеемся, что ваше кратковременное пребывание в камере отдыха доставило вам положительные эмоции. Анализ особенностей вашего организма завершен. Мы готовы приступить к опытам. Перед началом тестирования хотим вам напомнить, что хотя основным принципом экспериментального центра является обучение в игровой форме, мы не гарантируем отсутствие увечий и травм. Из соображений вашей безопасности и безопасности окружающих воздержитесь дотрагиваться до чего бы то ни было вообще. Por favor, pardon de falar, muchas gracias de falar, gracias. Приготовьтесь к открытию портала. 3, 2, 1. Обратите внимание на поле раскаленных частиц у выхода. Это экспериментальное поле антиэкспроприации лабораторного оборудования аннигилирует любой оказавшийся в нем предмет, не подлежащий выносу. Например, экспериментальный утяжеленный грузовой куб. Поместите экспериментальный утяжеленный грузовой куб на 1500 мегаваттную экспериментальную сверх. Немедленно покиньте исследовательскую камеру, поскольку продолжительное воздействие излучения кнопки на организм не является частью. Очень хорошо. Обратите внимание, что привкус крови во рту не является частью эксперимента и вызван побочным эффектом работы поля, который относительно редких случаев может вызывать разрушение зубных плот, коронок, эмали и самих зубов. Опытным образцом экспериментального переносного устройства создания порталов. С его помощью можно открывать порталы. Доказано, что межпространственные путешествия абсолютно безопасны, в отличие от самого устройства. Не касайтесь рабочего конца устройства. Не смотрите непосредственно на рабочий конец устройства. Не погружайте устройство в жидкость, будь то полностью или частично. И самое главное, ни при каких обстоятельствах не пытайтесь вывести устройство за пределы лаборатории. Проследуйте. Отлично! Помните, день открытых дверей в лаборатории исследования природы порталов
удачная возможность подвергнуть испытаниям ваше семейство. Добро пожаловать в камеру номер 4. Вы делаете успехи. С протоколом тестирования в следующей камере наблюдение за испытуемым отсутствует. Никто не придет вам на помощь. Удачи! Безопасности и проведения утвержденных программой опыта просим вас. В соответствии с протоколом тестирования, наше предыдущее утверждение об отсутствии наблюдения за камерой было намеренно ложным. Отлично! В соответствии с протоколом тестирования, с этого момента мы перестаем говорить правду. 3, 2, 1. Несмотря на то, что одним из девизов экспериментального центра является невероятно, может вами гордиться. Требуют установки звуковой сигнализации на всем мобильном оборудовании. Между тем, резкий звук. Хорошо. Воспользуйтесь нестационарными экспериментальными весами, чтобы достичь изоляционной камеры.